еще раз. У нас получается с тобой передвижение, защита, глухая защита, руками, да? Так ведь? А ноги работают в челноке. Понимаешь? Вот тело твое пополам делится, вверх и вниз. Но если у тебя вот эта группировка присутствует, не варишься никуда, да, ты на объектах. Тебе не важно, что ноги идет. Ты ходить можешь. А можешь двигаться в челноке, правильно? И смещаться. Вперед-назад, да? Вот, пожалуйста, я тебе накидываю удары, а ты подвигайся, не сильно убегай от меня, а смягчай мои удары, вот это, как плечи, понял, с опущенным подбородком. Давай, подвигайся. На меня пошел. Иди на меня. Стоп. Ты не должен ждать моего удара. Ты, вот у тебя цель, ты на меня с какой целью пошел? На противника. Чтобы шлепнуть его. Чтобы он тебя ударил. Вот ты, давай, ты пытайся меня встречать. Я на тебя пойду. Я тебя уже приучил. Ну, качнул дал. Ты не просто, ты же не больной человек, просто так на кулаки идти. Ты с какой-то целью дал почувствовать, как он тебя делает. Напрягая, вот здесь напрягая, вот тут группируясь, напрягая трицепс и шею. Попробовал еще раз. Во, молодец, а зачем обратно вернулся? Оп, ты, мы с тобой делали. Вперед, в сторону, вперед. Челнок это на месте, вперед, назад. А это подскоки уже, челночные передвижения. А тут получается, что ты делаешь, смотри, вперед, назад, опять вперед. Вот, челнок это на месте. Два коротких подскока. Давай еще раз. На тебе. Больно? Почему смотришь вниз? Нельзя. Тренеру верить надо. Доверять нельзя. Локти уже. Двигайся. Ну. Вот ты ногами. С ногами. Дэн сместился в сторону. А куда смотришь? Расшири. Смотри на мне в глаза. Подними кулаки. Вот. Вот кулаки на уровне плеча. Сейчас плечи не задирай. Во. Вот ты молодец. Я испугаться должен тебя. Зачем ты обратно ко мне сюда вернулся? Посмотри, движение. Вперед, вперед, оп, в сторону. И либо вперед, в сторону, качну плечами. Вот давай, вперед и качну плечами. Вперед и качну плечами в сторону. Где твои руки? Вот сюда. Ты же сходишь ближе дистанцию. Блин. Рашид, ты еще вот этого не сделал, а ты уже сюда лезешь. На удар сделай мне, вот, встречай меня. Давай, ты встречаешь меня. Я на тебя не сделал движение еще. Ты ударил, я сдержал твой удар. Вот это должен сделать. Давай медленно, пожалуйста. Двигайся. Где руки? Не торопись в сторону упасть до того, как ты... Рашид, ты уже начинаешь, да, вот вперед прыгни в меня, прям вот напряги руки. Вот, и теперь падаешь плечами в сторону. Во! И сюда ножку добавь. Двигайся, вперед-назад. Прыгни туда. Раз, два, качни плечами и подтолкнись ногами. Вот, молодец. Удобно сейчас было? А влево? Опять. Видишь, смотри, вот ты как бы за моей рукой должен сразу делать. Вот это, ты напрягся здесь, а этим движением ты расслабляешься. Молодец, только качнуть. Не торопись. Там, давай медленнее. Где в сторону движение направлено? Обеими, не на ногу. Смотри, вперед, в сторону. Давай ногами сделай. Все, забудь про плечи, все. Здесь защитился и прыгаешь в сторону ногами. Давай по-другому. Вперед движение еще раз. Блин, ну прыгай, собери руки. Прыгни ногами. Вперед, в сторону. Покажи мне просто вперед, в сторону. Да, только не вялись вперед. Наоборот, чуть на задней ноге. Чуть на заднюю ногу подсядь. Да, еще раз. Влево, вправо. Вправо.
Собери руки и вперед. Вперед, в сторону, вперед. Собери руки, уже. Прям на удар идешь, прям идешь на удар, я бить буду. Да, вот ты мягко. Пын, здесь ускорился, не успеет тебя ударить, Рашид. Вот тут. Да, вот поднимай, смотри, поднимая плечи, у тебя кулаки попадают на лоб. Посмотри, какое короткое движение. Не просто руки поднимай, а плечо поднимай, еще раз, пожалуйста. Встань выше на ногах. Молодец. Вот уже, встань выше на ножках, подбери заднюю ногу. Где плечи поднял? Раз, два, три, вперед сразу, еще раз. Дашит. Тянешь голову, опусти подбородок. Кулок ты к себе, ближе кулаки к себе. Выше встань, встань выше. Молодец, сильнее в сторону. Во! Право-лево. Молодец. Все. Доходчиво. Вот здесь, сэр. Не надо тут гнуться. Высоко наоборот. Здесь ноги. За высоту засечают ноги. Все. Вот ты собрался здесь. Наноси мне удары. Понимаешь? Естественно, здесь можно отпрыгивать. Но если ты тупо только вперед идешь, то ты получаешь на кулаки. Головы такой железной нет. А если у тебя все-таки вот это движение, вот ты качнул, вот ты спиной сработал. И назад туда. Давай я тебе сейчас сделаю левую, три левых. А ты отходишь и в сторону. Обеими отпрыгни в сторону, не разворачивайся. Соберись. Встань выше. Двигайся. Ближе кулаки к себе. Ближе кулаки. Опусти плечи. Кулаки к себе еще. Почему ты ко мне жопы разворачиваешься? Раз, оп, в сторону обеими ногами. У тебя должен противник остаться между ног. А мне кто-то коленку удар. Еще раз. Руки к себе ближе. Прыгни в сторону. А ты на месте вот это делаешь. Все за кино насмотрелся. Кулаки ближе к себе. Прыгни в сторону. Рашидик, сорил солнце. Раз, оп, короткие движения, не длинные. Сюда руки. Уже руки, ближе к себе, выше встать. В тебя пошел удар сразу, выпрями спину. Во! Молодец! А влево, а вправо? Ногами ты, назад, в сторону. Вправо, подними руки, выше, локти прижми прямо к себе, вот так хочу. Молодец, вот. Вот почему считается, что назад только нормально делать два движения назад, убегая от противника? Потому что на первом ударе ты его еще видишь, ты еще где-то опережешь. На втором ударе он так лицом вперед идет, он тебя уже догоняет. А на третьем шаге, имеется в виду, он уже, его скорость, как он лицом вперед, он уже тебя опережает, то есть он тебя догонит здесь. Но ты, используя инерцию противника, ты назад, в сторону. И он по инерции проваливается. Понятно тебе? Вот за это разговор. И вот ты сегодня делал как? Уйди сначала. Ты хочешь атаку перебить, так уйди сначала. Раз, качнул, бам, ударил. Вот ты сейчас сделал ногами, видишь? Раз, оп, ногами сделал. Тоже неплохо. А сюда добавляем еще плечи. Вперед, плечами. Назад, плечами. Плечи и ноги. Понятно направление? Ну вот здесь. Ты не кулаки к голове тянешь. Ты сгибаешь локти к плечам. И опустив подбородок, все, смотри, какое короткое движение у тебя получается. Да хоть что? Ладно, нам. Молодец, уже кое-что есть. Бух. То есть разговор о том, где стоит, что ваше тело вверх, вниз, ударов миллион, там все понятно, разные принципы. Но вот эта ваша группировка, хочу руки сюда поставил, хочу вперед поставил, так двигаюсь. Во всем виновата группировка. То есть что?
Опущенный грудной отдел позвоночника. А что там делают ноги при таком позвоночнике, раз вы сохраняете равновесие? Если шире ноги ставите, да, все поясничный отдел расслабляется. Вообще в шарик превращаетесь, амплитуда появляется. А здесь вот позволяет вам двигаться, защищаясь руками. Ну, если пропустил ты длинного противника к себе, уходишь, то есть у него руки длиннее. Пропустил атаку, не вот этим движением, а закрываясь ходить, добавляя корпус. То есть это, конечно же, если дальняя дистанция, зачем мне в этом положении быть? Здесь я собираюсь, я пытаюсь сокращать дистанцию, я пытаюсь почувствовать, какой удар у противника. Координация, равновесие, да? Группировка, в общем, группировка, вот, ребят, пользуйтесь.